пение, при звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней, да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю, Он будет судить вселенную праведно и народы верно». Аллилуйя! Слава Тебе, всемогущий Бог! Слава Тебе, Отец! Боже, Ты грядешь и не замедлишь! Господь Всевышний, Ты, судящий народы и племена, Ты, Господь, взвешивающий сердца, и мы сегодня Церковь Твоя, мы предстаем пред Тобою. Господь, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Духе Твоем Святом, мы хотим поклониться Творцу, сотворившего все». Аллилуйя! Прими, прими нашу молитву, прими наше поклонение, Господь! Пусть это будет приятно пред очами Твоими. Да славит Господа вся земля. Аллилуйя! Аллилуйя! Шаббат шалом, дорогие братья и сестры. Рады видеть вас в Доме Божьем снова. На час раньше. Спасибо, кто успел. Благодарим, кто будет. Спасибо тебе за все, Господь. Мы веселимся и радуемся пред лицем Твоем. Шаббат шалом. Аллилуйя. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat 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 Shalom Shabbat 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 Shalom Shabbat 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 Shalom Shabbat Shalom Hey Shabbat Shalom Hey Shabbat 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 Shalom Bog nash blad Poyom mi slavi Bog nash blad Voskrikuem my Bog nash blad И нет сомнений, Бог наш план. Скажи аминь, не размышляя, как любит Он. Мое сердце распоет хвалою, и я танцую в любви пред Ним, отдаюсь Ему всей душой. Бог наш план, поем и славим, Бог.
размышляя, как любит он, мое сердце воспоет хвалою, и я танцую в любви пред ним, отдаюсь ему всей душой. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат 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 шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом. Эй, шаббат, шалом. Эй, шаббат, 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 шалом. Эй! Аллилуйя! Славим Тебя, Господь, наш Бог, наш Царь. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот день великолепный, за Твой шаббат, Господь, за Твою субботу, Господь. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя, слава Тебе, Господь! Слышишь где-то грозный рокот грома, эти звуки дают дыры. Цепи пали, те, что нас держали, на том месте, где наш Бог. Победа воцарит, лишь воскликнет Эль-Шаддай. Будет враг измельчен, под огнем его очага. Раб свободу обретет, в этот юбилейный год. Лишь воскликнет Бог наш Эль-Шаддай. Слышишь где-то грозный рокот грома, эти звуки удары. Цепи пали, те, что нас держали, на том месте, где наш дом. И победа воцарит, лишь воскликнет Эль-Шаддай. Будет враг истреблен, от огня его очаг. Раб свободу обретет, в этот юбилейный год лишь воскликнет Бог наш Эль-Шаддай. Пред тобой силы тьмы трепещут, Иерихон будет сокрушен. Пред тобой ад и смерть бессильны, Саваоф власть свою яви. Воскликнет Эль-Шаддай, будет враг испепелен, от огня его очаг. Раб свободу обретет в этот юбилейный год. Лишь воскликнет Бог наш Эль-Шаддай. И победа воцарит, лишь воскликнет Эль-Шаддай, будет враг испепелен, от огня его очаг. Раб свободу обретет в этот юбилейный год. Лишь воскликнет Бог наш Эль-Шаддай. Лишь воскликнет Бог наш Эль-Шаддай. Лишь воскликнет Бог наш Эль-Шаддай. Hey!
Тебя хочу видеть,
Прости, Господь, не знаю.
Господь, наша жизнь перед Тобой, она для Тебя, она в Твоих руках, и лишь только в Твоих руках она надежна, Отец. Господь, мы вверяем своей жизни Тебе, Господь, в этот день субботний. Мы зависимы от Тебя, Господь, вплотную привязаны к Тебе, Господь. Ты наша нужда настоящая, по Тебе есть жажда в сердце, Отец. Господь, и наша жизнь, она для Тебя, потому что без Тебя жизни просто быть не может. Ты начальник жизни, Ты есть жизнь, и Ты есть воскресение. И мы благодарим Тебя в этот день, Господь, за то, что Ты открылся нам, Отец. Мы благодарим Тебя, что мы можем приходить к Тебе в поклонении. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем искать Тебя в глубине сердец. Мы благодарим Тебя, Господь, что можем приходить в храм в день субботний, искать лица Твоего вместе, Господь, в единстве. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позаботился о том, чтобы мы сегодня были здесь.
здесь, Господь, в присутствии Твоем, Господь, пред защитой Твоей, под покровом Твоим, Отец, Господь, по печении Твоем. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твои крепкие и сильные объятия. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою мудрость. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое окружение. Мы благодарим Тебя, Отец. Наша жизнь для Тебя, Господь. Наша жизнь пред Тобой, Господь. Мы Твои, Господь, запечатлены Твоим Духом навеки. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даровал нам Дух усыновления, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты вкладываешь в нас, Господь, Твою истину сегодня о том, что мы не забыты, о том, что мы приняты, возлюблены Тобой, о том, что есть будущность, есть надежда, еще ничего не потеряно, Господь. Мы благодарим Тебя, Отец. Мы благодарим Тебя за Твои благословения, Господь, которые Ты посылаешь с небес. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твои решения, которые открываешь нам. Мы благодарим Тебя за силу Твоего откровения, Отец. Господь, которая укрепляет нашу жизнь, делает ее твердой и непоколебимой. Мы благодарим Тебя, Отец. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы признаем, что без Тебя нет жизни. Без Тебя нет жизни. Без Тебя жизни нет. Моя жизнь, Господь, она для Тебя, моя жизнь. Я хочу, чтобы она была для Тебя еще сильнее, еще глубже, Господь, еще более посвященная для Тебя, Господь. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Да, Господь, для Тебя. Да, она для Тебя, Господь. Да, моя жизнь для Тебя, Господь. Да, Господь. О, моя жизнь для Тебя. Наша жизнь для Тебя. О, Господь, моя жизнь, она для Тебя, Господь. Да, моя жизнь для Тебя. Наша жизнь для Тебя. Да, только Ты есть жизнь моя. Только Ты, только Ты. Моя жизнь для Тебя. Наша жизнь для Тебя. О, Господь, аллилуйя. Да. Наша жизнь для Тебя. Наша жизнь для Тебя. Кирабал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 al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 
Тебя, наша жизнь для Тебя, наша жизнь для Тебя. Для тебя, Господь, для тебя, лишь для тебя. Я живу лишь для тебя. Помоги жить для тебя, Бог. Помоги жить для тебя, служить тебе. Помоги, Господь, руки не опускать. Помоги укрепиться, чтобы идти, не ослабевать, Господь. Моя жизнь для тебя, она твоя. Она твоя, она твоя. Она твоя, искуплена тобой, принята тобой, омыта тобой, оправдана тобой. О, Господь, аллилуйя тебе.
Господь, прими наши жизни, прими, Господь, наши сердца, прими наши умы, прими наши уста, Отец. Для себя прими, Господь, для себя прими, Отец, для себя прими, Господь, сделай нас такими, какими Ты желаешь нас видеть. Сегодня преобрази нас перед лицом Твоим. Сегодня, Господь, преобрази наше мышление. Сегодня говори к нам, Господь, говори пророческое слово в наши сердца, которое пусть ясно и ярко светит, как светильник в темном месте. Верное слово от Господа. Говори, Господь, не молчи, мы нуждаемся, а нам дай покорность нашим сердцам, дай покорность, Господь, и смирение принять Твою жизнь, Господь, принять Твою жизнь, Господь, принять Твое благословение, принять Твое назидание, принять Твое наставление, Отец. Дух Святой, я благодарю Тебя, что Ты не молчишь, я благодарю Тебя, что Ты говоришь, как здесь, так и за пределами этих стен Ты говоришь Твоему народу. Я благодарю Тебя, Господь, за Твое Слово, Господь, которое внутри не дает покоя. Я благодарю Тебя за Слово, которое живое и действенное. Аллилуйя! Пусть сегодня придет сила преображающая. Пусть сегодня придет благодать укрепляющая. Пусть сегодня придет сила исцеляющая, Отец, в наши сердца, в нашей жизни. Пусть придет исправление, Господь. Пусть придет исправление, избавление, Отец, во имя Иисуса Христа. Господи, мы также благословляем, Господи, тех, кто сегодня указан в этих нуждах. Здесь есть нужды, я прочитаю несколько. Прошу церковь помолиться за моего мужа Станислава. 6 мая, то есть в понедельник, у него операция в Минске, рак легкого. Просят помолиться также за двоюродную сестру Татьяну. Рак 4-й стадии. Мы будем молиться. Церковь, прошу молиться о раковых больных Мирослава, Эля, Юрия. Да укрепит Господь их веру и дарует исцеление. Прошу церковь поддержать меня в молитве за исцеление моей мамы. Сахарный диабет, давление. Просьба помолиться за маленького мальчика Себастьяна. У него рак печени. Пусть Бог явит милость. Просьба помолиться за нашу сестру Шашану, у нее проблемы со здоровьем. За ее племянницу, у нее проблемы с позвоночником. Пожалуйста, помолитесь. Братья во Христе, которые находятся в тюрьме, Владимир, Сергей, Эдуард, Юрий, за здоровье, укрепление духа, скорейшего освобождения. Мы не знаем, по какой причине братья там, но они братья. Мы благословим их. Аллилуйя. Что Бог укрепил. Давайте мы прострем наши руки. Господь, мы благодарим Тебя, Отец. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты умер и на третий день воскрес для нашего оправдания. Господь, и мы благодарим Тебя, что ранами Твоими мы исцелились. Мы благодарим Тебя, что Ты понес и взял на Себя язвы, наказания, проклятия, болезни, немощи, недуги, Господь. Мы благодарим Тебя за Твою святую кровь пролитую, которую Ты пролил на Голгофском кресте для того, чтобы каждый, кто верует, мог быть исцелен и восстановлен. Господь, и мы сегодня, как Церковь Твоя, перед лицом Твоим взываем перед Тобой. Господь, мы молим о каждом человеке в отдельности, и мы просим, чтобы Ты прикоснулся, Господь, прикосновением Духа. Духа Святого. И мы просим, Господь, чтобы пришло восстановление и полное совершенное исцеление во имя Иисуса Христа, Господь. Мы просим о том, чтобы Твоя сверхъестественная сила, Господь, она разрушила и разбила, Господь, всякое влияние извне во имя Иисуса Христа. Мы молим, Господь, о том, чтобы сегодня болящие были исцелены и восстановлены, Господь. Мы молим о том, чтобы рак убирался вон из тел Твоего народа во имя Иисуса Христа, потому что
что тело не для болезни, а для того, чтобы Господу служить в полноте и свежести сил во имя Иисуса Христа. Повелеваем раку убраться вон, прочь во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа призываем кровь Голгофы, призываем кровь, которая сегодня властвует, сегодня кровь, которая имеет авторитет, кровью, властью имени Господа Иисуса Христа. Повелеваем вон во имя Иисуса, вон во имя Иисуса. Укрепи, Господь, укрепи, дай силы, утверди, поставь, восставь, Господь, на служение для славы имени Твоего во имя Иисуса. Господь, мы благословляем. Господи, пусть придет восстановление, нормализуется сахар. Господи, пусть нормализуется давление, стабилизируется. Господь, мы молим, пусть, Господь, нормализуется, Господи, и правильно станет позвоночник во имя Иисуса Христа. Призываем кровь Господа Иисуса на каждого из этих людей, о ком мы только что прочитали. Во имя Иисуса пусть придет подкрепление от Господа, пусть придет восстановление от Господа, пусть придет сверхъестественная сила от Господа, пусть придет чудеса от Господа, пусть придет исцеление от Господа. Во имя Иисуса Христа мы благословляем, Господь, мы благословляем, Господь, этих братьев, мы благословляем, Господь, братьев, которые сегодня в тюрьме находятся там, в России. Господь, мы молим Тебя о том, чтобы Ты, Господь, прямо сейчас наполнил их сердца, чтобы прямо сейчас Ты им дал свидетельство, что о них церковь молится, чтобы прямо сейчас, Господь, Ты укрепил их дух. Я молю Тебя, Господь, приди в эту камеру, приди в эту тюрьму, и пусть они не только будут, Господь, твердые, но также через их свидетельство еще сокамерники и те, Господь, которые находятся рядом, придут к вере в Иисуса Христа. Помажь силой, Господь, помажь Твоим помазанием Духа Святого, излей Твой свежий елей на их жизнь, Господь, пусть горят для Тебя огнем Твоим, Господь, во имя Иисуса. Мы благословляем, Господь, их, мы благословляем их, Господь, дай силы, Господь, и яви Твое благоволение, Господь, чтобы они вышли вскоре во имя Иисуса Христа и служили Тебе, Господь, истинно, служили Тебе горячо, Отец, прикоснись, наполни, Дух Святой, аллилуйя, благословляем, Отец, мы благословляем, Отец, мы благословляем, Отец, мы благословляем, Господь. Давайте также помолимся за семью Игоря Гурского. Он ушел в вечность в четверг, и сегодня были похороны. Сейчас происходят похороны. Давайте мы за его семью помолимся. Он отошел к Господу, отошел с миром, примирившись с Богом. Были рядом друзья, были рядом братья, был рядом пастор. Он отошел к Господу с миром. Не страшно умереть, как мы часто слышим. Страшно умереть без Бога. Смерть — это то, что нас всех ждет, когда-то, рано или поздно. Страшно уйти без Господа. Мы помолимся за семью Игоря. И также мы совершим молитву. Произошла трагедия, несчастный случай. Вот так вот резко, нежданно, негаданно застал и застиг врасплох. Есть одна сестра у нас, Зарина ее зовут. Она посещает также баптистскую церковь, но она приходит к Настеньке на группу, там, где мамочки собираются. Она близко подружилась с сестрами. И, знаете, у нее двое детей. Одной доченьке 2 года и второй доченьке 5 месяцев. И муж, кормилец, единственный, кто, в принципе, заботился об этой семье, вчера вечером поехал на работу, поднялся на 6-й этаж, застрял в лифте. Начал из этого лифта выкарабкиваться, открыл люк, полез. Я не знаю почему, может быть клаустрофобия, может быть еще что-то, мы не знаем. Но он упал в шахту и разбился насмерть. Осталась жена, остались 2 маленьких детей. Она без образования, она в принципе как бы и не работала, и только сидела с детьми. И вот такая ситуация, вот жизнь. Знаете, Только Бог может помочь здесь. Я не знаю, как человек может здесь помочь. Мы будем участвовать финансово, знаете, потому что там еще оказалось, что муж буквально за день до того, как решил купить новую машину, и все деньги отвез отдать за эту машину, но машина была как раз только в стадии оформления. И она даже не знает, кому он эти деньги отвез.
Она даже не знает, с кем дело имел. Конечно же, это можно как-то узнать, может быть, через телефон. Звонить просто во все номера, которые были за последние дни. Знаете, они, там есть база, сохраняются какие-то последние номера. Но у нее денег нету сегодня даже его похоронить. Поэтому мы как церковь не в эту субботу, потому что в эту мы будем делать сбор для Игоря, чтобы поучаствовать и его семье помочь. Но мы будем делать следующую субботу, поэтому по расположению сердца вы теперь знаете ситуацию. Давайте мы поучаствуем для того, чтобы помочь этой молодой вдове уже теперь с двумя маленькими детьми. Давайте мы благословим и помолимся. Господь, мы благословляем, Господь, семью Игоря. Мы, Господь, просим, чтобы Твое утешение пришло. Мы просим, Господь, чтобы Ты был близко, Твое присутствие, Господь. Это то, что людям надо в такое время, Господь, в такие трудные моменты, Господь, критические. Ты можешь даровать мир, Ты можешь дать шалом. Ты можешь, Господь, провидеть всякую нужду и финансовую также. И, Господь, мы просим, чтобы Ты позаботился во имя Господа Иисуса Христа. И, Господь, мы также благословляем. Мы благословляем Зарину, Господь, и мы благословляем девочек маленьких. Мы просим, Господь, чтобы Ты сохранил их, Господь. Мы просим, чтобы Ты позаботился. Мы просим, чтобы Ты, Господь, взял их жизни и был сегодня для них прибежищем и скалой, и был для них отцом и покровителем, Господь, и был для них тем защитником, заступником, твердой скалой, плечом крепким, Господь, которому они могли бы прильнуть, Господи, и на которое могли бы положить свои головы. Отец, мы молим о Твоей близости. Дух Святой, мы просим, будь рядом. Говори, Господь, сегодня и утешай сердца. Мы благословляем их, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем, Господь, и мы сопереживаем, Господь. И мы тоже, Господь, нас это застигло врасплох, Господь. Господи, и мы просим, помоги, Отец, и будь рядом, будь близок. Ты рядом с угнетенным, Ты рядом с страждущим, Ты рядом, Господь, с теми, кто проходит долиной смертной тени, Господь. Ты рядом, Ты с нами. И мы благодарим Тебя, что только в Тебе надежда, только в Тебе спасение. И я просто зачитаю такие слова: да услышит Тебя Господь в день печали, да защитит Тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет Тебе помощь из святилища, и из Сиона да подкрепит Тебя, да воспоминет все жертвоприношения Твои и всесожжение Твое, да соделает тучным, да даст Тебе по сердцу Твоему и все намерения Твои да исполнит. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте мы поклонимся нашими приношениями. Поблагодарим Господа за Его заботу о нас. Благодарим Тебя, Отец, за Твою заботу о нас. Благодарим Тебя за Твое доброе сердце. Благодарим Тебя за Твою любовь. Благодарим Тебя. Прими эту благодарность, прими этот дар. С благодарностью, Господь, щедростью. Во имя Иисуса. Аминь. Если бы не Ты, Иисус, мне не жить.
Боже, вам в это утро. Можете повернуться к своему соседу и тоже поприветствовать от всего сердца. Благословить друг друга. Хорошо. Вы помните, мы в прошлый раз говорили, давайте мы будем почитать Божье присутствие. Постарайтесь меньше ходить, те, кто с детьми. Я понимаю ситуацию, но все остальные, давайте будем внимательны Господу, потому что тот, кто ожидает, Писание говорит, тот получает. Очень важно быть сосредоточенным на Господе. Мы сейчас, прежде чем мы будем проповедовать Божье Слово, я все-таки думаю, что, наверное, мы сейчас сегодня сделаем этот сбор для этой молодой женщины, потому что у нее вообще нет денег, вообще осталось без копейки на данную секунду. Поэтому вы можете приготовить пока
мы через несколько минут это сделаем. Такие ситуации, они заставляют задуматься нас над тем, что наша жизнь – это как пар. И абсолютно не имеет значения, молодой ты или пожилой, здоровый ты сегодня или нет. Очень важно, как человек живет в жизни, но очень важно, как он умирает. И Писание говорит, блаженны мертвые, умирающие в Господе, ибо их дела идут вслед за ними. Кто из вас знал Игоря Гурского? Многие из нас знали. Это был удивительный человек. Я помню, как он пришел в офис ко мне. Его сестра верующая, она посещала церковь пастора Генри Мадава в Киеве. И она молилась о нем постоянно. Вот как важно молиться нам за тех, кто в нашем сердце, за наших близких и родных. Он не хотел слушать об этом, но однажды пришел такой момент. Наши молитвы, они что-то производят, они движут Божью руку. Кто из вас верит в то, что молитва, она достигает Бога, особенно когда она в Его воле? И он пришел в офис, и мы с ним просто побеседовали полчаса. Он принял Господа в свое сердце. И с того момента, когда он принял Господа, это на самом деле человек, пример посвящения и такой горячности для Бога. Он всегда был горячим для Бога. Он был такой горячий, что когда иногда его выпускали с микрофона, его нужно было оттаскивать оттуда. Ему так хотелось много рассказать. И он был сильным человеком. Я сегодня вспоминал, я заехал по пути в церковь, я заехал на похороны, funeral home. И я вспомнил этот момент. Те, кто из нас помнит прекрасное время, когда мы ездили в район Lake Placid на кемп, или не кемп, а летний лагерь. И там был у нас один день такой, когда мы поднимались на гору, высокая гора. Многие взрослые, здоровые люди туда не поднимались. А некоторые поднимались, заходили до середины, некоторые были, и они возвращались обратно, потому что было тяжело. И он сказал, я пойду туда. Человек, который ампутированы обе ноги вот посюда. И его протезы были такие, они не флексибл, не очень такие удачные. Я говорю, ты уверен? Он говорит, я пойду, я дойду. И мы с ним поднимались, он держался сзади за палку, поднялись наверх, на самый верх все. И он не отстал от других. Мы там сделали вечерю, помолились, поблагодарили Бога. Высота такая сверху вниз с этой горы, все видно прекрасно. О, озера. И он сказал, я обратно буду спускаться один. И он спустился один. И что самое удивительное, он говорил, у меня постоянно мучила поясница. После этого восхождения он исцелился от болей в пояснице. Аллилуйя. Но эта болезнь, к сожалению, вот такая, примерно как Галина, наша сестра, тоже ушла, которую невозможно излечить. Они не нашли еще лекарства. Потихоньку отмирают нервные окончания, он фактически. Постепенно он уже не мог разговаривать. Но удивительно. Он был уже без сознания, он был под аппаратами, которые помогали ему дышать. Не приходил в себя долгое время. И врачи сказали, что мы уже будем отключать. И когда они сделали это решение, все, на громадное удивление врачей, он вдруг пришел в себя. Он пришел в себя, он все слышал, он со всеми попрощался, он всех благословил. И отключили аппарат, и потихонечку у него сердце перестало. И он ушел в мире к Богу. Еще один удивительный момент. Я знаю его просто очень хорошо, в том смысле, когда я с ним молился, или когда его Дух Святой касался. Вы знаете, у разных людей есть разная реакция на прикосновение Святого Духа. Он всегда говорил, я знаю, что это Дух Святой. Смотри, у него все время кожа, мурашки по коже. Постоянно это было. Когда он уходил к Богу, умирал, у него кожа покрылась мурашками, и он ушел в эту секунду. Я знаю, что не это является свидетельством. Свидетельством является то, что Иисус умер за него, он принял его, он до конца был ему верным. Но просто как сам факт.
Поэтому пусть Бог даст утешение о его семье. А для нас это... Для сегодня живых это хороший урок. Всякий раз, когда бываешь на таких мероприятиях, начинаешь понимать слова Писания, которые говорят, лучше вам быть в доме плача. Потому что вообще-то в дом плача никто не хочет идти. Но почему написано лучше быть в доме плача? Потому что эта ситуация заставляет нас задуматься и осмотреться, остановиться. На этих мероприятиях все люди затихают и начинают анализировать. Но, к сожалению, наша жизнь такая, что все это быстро забывается. Давайте мы еще раз помолимся и благословим их и эту семью. Как его, кстати, звали, этого молодого человека? Как Зарины мужа, как звали? Яном. Он узбек был, да, по национальности? Они из Ташкента, насколько я понимаю. Я с ним общался, да, как-то однажды. Вот им сколько? 20 чем-то лет, наверное. 20 чем-то лет. 25. Совсем молодые ребята. Вот никто никогда не знает. Вот почему там нам важно быть всегда в правильных отношениях с Богом. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. В это прекрасное утро, солнечный день, когда все радуется, все воскресает, и природа воскресает. Господь, некоторые заканчивают свою жизнь, некоторые уходят. Сегодня, Господь, мы благодарны, что мы стоим здесь. Мы можем поднимать наши руки, Господь. Мы сегодня встали с постели. Мы увидели свет этого нового дня. Спасибо Тебе, это новая милость, которую Ты обновил для каждого из нас в это утро, когда сотни тысяч людей сегодня не проснулись. Мы благодарим за эту возможность быть в этот день в Твоем доме. И мы сегодня, Господь, хотим быть нашими сердцами, Господь, с теми, которые в доме плача, которые сегодня скорбят, которые сегодня в растерянности. Мы просим, Господь, озарения. Мы просим Тебя, чтобы Ты сохранил ее сердце, это разочарование, Господь. Чтобы никакой страх не пришел. Чтобы этот страх не упустил все остальное другое. Господь, в ее сердце мы просим, защити ее. Защити во имя Иисуса Христа. Защити ее, защити Ирину, Игоря, жену. Мы благословляем их дома. Пусть Твой мир будет над ними, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что есть чудесное обетование, что Ты есть Бог сирот и вдов. Спасибо Тебе, есть Бог сирот и вдов. И Ты особенным образом защищаешь, Господь, и мы просто благословляем их во имя Иисуса Христа. Мы приносим их на руках нашей молитвы перед Твоим престолом, Господь. Восполни всякую нужду, Господь. И Ты сказал, когда умножается скорбь, умножается и утешение от Тебя. Пусть придет утешение, Господь, от Твоего Духа в каждое сердце. Что Ты не оставишь и не покинешь никогда тех, кто уповает на Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь, Бог наш. Держи их крепко в Своей руке, Господь. И сохрани их для вечности, для Твоего Царства. Благословляем деток этих маленьких, Господь. Во имя Твое, Господь. Во имя Иисуса Христа, который так нуждается в Папе. Будь их отцом, Господь. Будь их защитником и провидцем, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты слышишь нас сегодня в это утро во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы сделаем сбор наш. Есть хорошая песня. Я живу под покровом Твоих крыл. Так мне хочется ее спеть. Наверное, не знаешь, Игорь, ты не знаешь эту песню? Я? Знаешь? Ребята, выйдите, пожалуйста, давайте. Где группа прославления? Власта, Володя, быстренько. Thank you.
Давайте модуляцию сделаем чуть повыше. Под покровом. Садитесь, пожалуйста. Ищите же правды же прежде Царство Божие и праведности Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Мы с вами продолжаем эту тему. Евангелие Царствия. Как важно в таких ситуациях, о которых мы сегодня говорим, царствовать. Царствование – это не значит, всегда в нашей жизни все прекрасно и светло. Царствовать – это тогда, когда темно, нам не убояться темноты. Царствовать – это когда приходит горе, мы можем встать над этим, доверяя Богу, доверяя Его Слову, веряясь в руки своего Царя, который пообещал позаботиться о нас. И наше царствование, или над обстоятельствами нашей жизни, оно напрямую зависит от нашей праведности. Мы с вами об этом говорили, и мы сегодня будем идти глубже, чтобы понять этот вопрос, потому что очень важный вопрос. Для многих людей в современном мире, в современной церкви, церкви 21 века, я говорю в общем, слово «праведность», оно стало каким-то абстрактным, особенно для молодых людей. И я вам хочу сказать, особенно молодым людям сегодня, как никогда нужно ходить в праведности Божьей. Праведность – это не нечто, которое присуще таким благообразным старушкам или старикам, или каким-то монахам, аскетам. Это то, чего Иисус ожидал от каждого человека. И когда Он вышел на служение, Он начал проповедовать, Он перевернул все с ног на голову, он был революционным очень. Он говорил прямо, вам не нужно быть религиозными и делать вид религиозный, и ваша праведность, она не зависит от одежды или еще чего-нибудь. Она зависит от вашего отношения с Царем Царей, от ваших взаимоотношений с Божьим Словом, как наша жизнь соответствует, в соответствии с Писанием. Вот что такое быть праведным. И царствование, и праведность, они взаимосвязаны между собой. Только тогда, когда у меня правильные взаимоотношения вертикальные с царем, тогда я могу царствовать в моей жизни над моими обстоятельствами. И это очень практично. Я знаю, что каждый из вас, если вы сделали что-то плохое, в вашем сердце есть осуждение. И если вы молитесь Богу, сатана приходит и клевещет, как ты можешь говориться к Богу, Бог тебя не может услышать, потому что у тебя то, другое, третье, четвертое, пятое, десятое. Кто меня понимает?
Я думаю, что каждый человек это понимает, потому что это работа дьявола, клеветник наших братьев, который клевещет день и ночь. Но совершенно другое дело, когда ты праведный, когда у тебя мир в сердце и радость в сердце. Нет ничего более ценного, чем ходить в чистоте. Ты можешь поднимать руки чистые, без гнева и сомнения, Писание говорит. И тогда наша молитва, она достигает небес, и у нас есть уверенность, что Бог нас слышит. Вот почему Писание говорит поднимать руки чистые, без гнева и сомнения. Нет сомнения, нет гнева. Я, у меня со всеми все в порядке. У меня сердце праведное, я могу смотреть Богу в глаза. Это так важно. Поэтому мы будем глубже углубляться в этот вопрос, что такое праведность. Быть праведным человеком. Праведность, она имеет бенефиты свои, преимущества. Писание об этом много говорит, и мы будем двигаться дальше. Насколько важна праведность. Иисус сказал, если ваша праведность, она не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не увидите Царство Божие. Наша вечность, наше спасение зависит от нашей праведности. Вот почему мы говорим, блаженные мертвые, умирающие в Господе, которые праведно свою жизнь прожили, или пришли с праведностью перед престолом Божьим. Их дела идут вслед за ними. Не их вера абстрактна, их дела идут вслед за ними. И Писание говорит, что придет тот день, верят в это люди, не верят, могут принимать или не принимать, но Писание говорит, однажды каждый человек во вселенной предстанет перед Богом, чтобы дать ему отчет, что он делал, живя в теле, доброе или худое, был он праведным или неправедным. И Писание говорит, что одни будут отделены по правую сторону, другую по левую сторону. Вы помните, мы говорили о царе, который сидит, и у него скипетр всегда в правой руке. Правая рука, простертая к тебе, если ты праведный, это знак благоволения царя. И все праведные пойдут по правую сторону. Писание, обратили внимание? По левую сторону те, которые неправедные. И у каждого будет своя участь. Верят в это люди или не верят? Мы сегодня на этом месте для того, чтобы учиться Божьему Слову, чтобы провозглашать истину. Сегодня очень многие не верят в это. Сегодня время пришло такое. Сегодня люди не верят, многие в церквях не верят в божественность Иисуса Христа. Многие не верят в вечную жизнь, многие не верят в ад, многие не верят в суд и так далее, и так далее. Это стало просто, ну, такой философией. Но мы сегодня на этом месте, чтобы провозглашать, что каждое слово этого Писания есть истина. Иисус сказал, слово твое есть истина, и мы утверждаем, что это есть истина. И несмотря на все разложение, мы будем в этом мире. Несмотря на то, что сегодня происходит, особенно для молодых людей, то, чему вас учат в университетах, либеральные профессора, нам сегодня нужно учиться от царя, от царей, который сказал свое слово и который оставил нам конституцию, по которой мы должны жить, вне зависимости от стандартов современного мира. И если вы верите в это, скажите аминь. Давайте мы скажем громкое аминь. Аминь. Праведность. Этот вопрос извечный, еще Иов, это самая древняя книга, которая в Ветхом Завете была написана, еще Иов сделал такое, размышлял и говорит, как человеку оправдаться перед Богом? Каждый из нас знает, насколько мы нехорошие есть на самом деле. Как нам оправдаться перед Богом? Что есть истинная праведность? И нам нужно, чтобы Господь сделал нечто с нашими сердцами. Я надеюсь, что в эту неделю вы молились и искали того, чтобы Господь не что-то делал в нашем сердце, и мы будем продолжать это делать и в следующую неделю. Писание говорит, блаженны, Иисус сказал, блаженны жаждущие и алчущие праведности, ибо они насытятся. Самая большая проблема в неправедности то, что люди, мы с вами уже говорили на предыдущие разы, что неправильные приоритеты. Мы ищем вещей, мы ищем того, что прилагается, чего ищет весь мир. Иисус говорит, вы не должны быть такими, как люди, как язычники. Они ищут, во что одеться, лучший дом, лучшая машина и так далее. Они этого ищут, но вам,
Они никогда не будут удовлетворены. Мы с вами читали в прошлый раз отрывок из книги «Притч». Говорит, есть две сестры такие, которым никогда не будет достаточно. Давай, давай. Никогда удовлетворение не получит человек. Он не может достигнуть удовлетворения, когда он гонится за вещами, за тем, что прилагаются. Но Иисус сказал, если ты будешь искать Царство Божие и Его праведности, то ты насытишься. Придет такой момент, когда ты скажешь, а вообще зачем мне это все барахло нужно? Зачем я эти побрякушки покупаю и трачу деньги, тогда, когда можно их на Божье дело запустить? Аминь. Когда приходит такой момент в твоей жизни, когда ты на самом деле ценишь взаимоотношения с царем и имеешь праведность в своей жизни, можешь сказать, как апостол Павел, а мне все равно, я могу жить в скудости, могу жить в изобилии. Для меня это не значит ничего. Я хочу одного, познать его и силу его воскресения. Это не проповедь о том, что мы должны быть нищими. Наоборот, Иисус сказал, если вы будете этого искать, то все остальное вам приложится. И я позабочусь о каждой вашей нужде. Искать Царство Божие и праведности Его, для этого нужна жажда, чтобы загорелась в нашем сердце. Жаждет и будет продолжать искать и жаждать, как это жаждет воды в пустыне человек. Если у нас не будет праведности, мы с вами говорили, то это чревато последствиями. Я приводил примеры многих великих мужей Писания, таких как Давид, таких как Самсон, таких как Соломон, их начало и конец. Вы знаете, всегда, если что-то есть неправильное в жизни с тем, с чем мы смиряемся, оно кажется совершенно незначительным. Вот это как расхождение в 1 градус. Поначалу это маленький уголок. Чем дальше ты идешь, тем дальше ты уходишь в сторону от истинного направления. И все эти люди начинали прекрасно. И, к сожалению, многих из них конец был совершенно не тот. Самсон, помазанный человек. Супергерой, у него было помазание там 1 на 1000, один в одиночку, с одной челюстью ослиной, он победил 1000 филистимлян. И закончил свою жизнь тем, что с выколотыми глазами, в цепях, вместо лошади, или вместо валов, молол на этих мельницах у дьявола. И погиб таким образом. Это не Божья судьба. Кто из вас понимает, что это не Божья судьба для нас? Бог нас не спас и не вывел из Египта для того, чтобы мы пали костьми в пустыне. Он вывел, чтобы мы вошли в обетованную землю, исполнили свое предназначение. Некоторые люди не понимали и обвиняли Бога. Евреи говорили, зачем ты нас вывел, чтобы мы погибли здесь? Но были другие люди, такие как Иисус Навин, как Халев. Халев, которому уже было 85 лет, он дошел до обетованной земли. Остальные погибли, он дошел. И мало того, 85 лет, он говорит, дайте мне вот этот самый трудный участок, вот эту самую трудную горду, я пойду и завоюю ее. И он это сделал. Человек веры, человек, у которого было правильное, праведное сердце. Поэтому быть праведным, это не просто нечто такое религиозное. Праведность – это юридический термин, не религиозный термин. Праведный – это значит быть праведных, правильных отношениях с правительством, с правлением, с царем, с Богом. И ключ к этому быть в правильных отношениях – это послушание законам правительства, Божьему Слову. Аминь. И мы с вами продолжаем дальше. Чистота сердца – это необходимое условие для того, чтобы мы имели жизнь с избытком, чтобы все остальное помогло приложиться нам. Иисус сказал, Матфея 5 глава 8 стих, «Чистые сердцем, блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Или увидят Бога. Дословно это означает, что чистый сердцем будет видеть Бога во всем. Вы когда-нибудь задумывались, какое это блаженство видеть Бога во всем?
Ведь видеть Бога даже в трудных наших обстоятельствах, и на самом деле Бог вникает в каждую деталь, даже если ты проходишь через трудные обстоятельства, очень важно, если ты чистым сердцем, ты будешь видеть и Бога там, потому что Бог, возлюбленным своим, призванным по его изволению, все содействует ко благу, во всем есть Господь. Он не позволит тем, которые живут в его присутствии, тем, которые праведны сердцем, чтобы обстоятельства жизни просто так пришли в нашу жизнь. Отрицательные обстоятельства. Вы знаете, мы в этом смысле не верим в фатализм. Наша жизнь, наша судьба в Божьей руке. С одной стороны. Второе, если мы выполняем условия завета, он говорит, 90-й псалом, чудесный псалом. Я как-то по-новому посмотрел на него совсем вот недавно, буквально в прошлом месяце, когда я читал. Те, которые живут в Божьем присутствии, тем, которые под покровом его крыл. Под покровом его крыл это не просто абстрактно. Не каждый человек живет под покровом его крыл. Под покров крыл надо войти туда. Это личные глубокие взаимоотношения с ним. И когда ты под покровом его крыл, когда ты живешь в его присутствии, когда у тебя правильные отношения с царем, когда у тебя правильное, праведное сердце, не прикричится к тебе зло, и зараза не приблизится к дому твоему. Падут подле тебя тысячи и десятки тысяч, а к тебе не прикоснется, потому что Господа избрал ты своим прибежищем. В его присутствии, под его покровом крыл не может войти неправедный. Нечистый сердцем не может подойти близко к Богу. Кто понимает меня, скажите аминь. Наша безопасность, наша жизнь, наше благословение зависит от наших праведных отношений с Господом, от нашей праведности. Вот почему она так важна. И чистые сердцем они будут видеть Бога во всем, даже в трудных обстоятельствах. И очень интересно, здесь в греческом языке, где написано «чистое сердцем», где слово «сердце» имеется в виду «разум». Тот, кто чистый разум. Сегодня в нашем мире так трудно содержать разум в чистоте. Я понимаю молодых людей, так трудно сегодня молодым людям. Я уже говорил как-то в нашей юности, где-то, когда-то, что-то. Сегодня один клик, кнопкой можно войти в любую вещь, которая будет заполнять разум, который берет в рабство сегодня молодых людей. Как важно сегодня понять важность праведности для молодых людей, чтобы сохранить свою жизнь для будущего и завоевать этот мир для Иисуса, потому что он очень скоро придет. Когда мы говорим об Евангелии Царства, это не только царство и благословение, которое приходит, это еще означает, что он очень скоро придет. Аминь. Блаженны чистые сердцем. Давид говорит, я не положу вещи непотребные перед глазами моими, потому что то, что заполняет наш разум, оно берет нас в рабстве. То, чем заполнен наш разум, это очень важно. У меня когда-то была целая серия, есть целая серия о разуме, проповеди. Как человек мыслит, Библия говорит, так он и живет. Какие установки он принимает в свой разум, такова и будет его жизнь соответствующая. Если мы наполняем неправильными вещами, если мы неправильной информацией, люди сегодня читают, люди сегодня есть такие, которые ищут об антихристе, об этих несчастьях, об этих катастрофах, об этих войнах и так далее, и так далее. Ой, что нам делать, как нам теперь жить? А ты не это делай, не читай эту информацию, читай Божье Слово и будь Божьим присутствием. Он говорит, если ты будешь жить под кровом Всевышнего, ты будешь в безопасности. От того, чем наполнен твой разум, чем мы его наполняем, зависит наша жизнь. Блаженны чистые разумом. Они Бога узрят, они будут видеть Бога, они будут Богом, с Богом в близких отношениях, они будут в Божьем присутствии. Это вызов для нас в современном мире, но это требование царя царей. И мы можем это сделать только его могущественной силой, с его помощью. Вот почему нам нужно молиться, искать его лица и в посте. Но нам нужно решиться. Почему я об этом так много говорю? Чтобы мы поняли, что такое праведность, и чтобы мы пожелали ее всем сердцем. Нам нужно выбрать путь праведности и быть правильными с позициями, с требованиями царя. И у праведности есть плоды. Один из плодов праведности.
дух щедрости, как ни странно. Никогда раньше я об этом не задумывался. Праведный человек, он всегда щедрый человек. Можете записать это. Если у нас есть что-то в этом отношении, в нашем сердце есть какая-то жадность, я вам сейчас это объясню. Что-то с нашей праведностью не совсем в порядке. Почему? Мы с вами говорили, что царство и праведность, они взаимосвязаны между собой. В противовес исканию земных вещей, богатств. То есть, чем больше я ищу, чем больше я желаю, чем больше желания у меня приобретать до себя больше, больше к себе, тем дальше я удаляюсь от царствования и праведности. Понимаете меня? И чем я больше праведности своей в царствовании, я тем больше отхожу от желания этих земных вещей. У меня происходит удовлетворение, мне нормально и так, что я имею на данный момент. И я не хочу завидовать богатым, не хочу, ты, Господь, знаешь всякую мою нужду, все, что мне нужно. И один из, Давид говорил, Господь, не давай мне большого богатства слишком. Он понимал. Вы знаете, скольких людей погубило большое богатство, неожиданно свалившееся на их голову. И он говорил, и нищеты мне тоже не надо. А мы сегодня прочитаем ниже, если мы будем в правильных отношениях с Богом, с нищими мы никогда не будем. Все, что необходимо, он обеспечит, он обещает, он гарантирует. Если мы граждане его царства, и если мы в правильных отношениях с законом, с ним. Аллилуйя, это его обетование. Если Зарина будет в правильных отношениях с Богом, Бог не оставит ни ее детей никогда. Бог есть Бог сердца, он отвечает за свои слова. Иначе нет смысла нам здесь проповедовать красивые проповеди. Это реальность. Первый, один из плодов праведности – это дух щедрости. Таким был Иисус. Деяния апостолов, 20 глава. Откройте вместе со мной. Деяния апостолов, 20 глава. 35 стих. Во всем показал я вам, что как трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать, и памятовать. Как правильно? Какое ударение? Памятовать. Слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Слова Иисуса помнить, Он говорил, Он дает наставления пресвитерам, Он дает поставили пресвитеров в церквях, лидеров в церквях, говорите, вникайте в Божье Слово, охраняйте Божье стадо. И говорит, помните слова Иисуса. Смотрите, как важно оказывается это. Кто из вас понимает, что вопрос денег говорит о нашем отношении с Богом? Деньги, они важны, это часть нашей жизни. И поэтому Иисус, когда говорил о Царстве Божьем и праведности Его, выше Он сказал, есть два Бога на земле, есть мамона. Мамона, это не просто деньги, это сильная страсть и жажда к деньгам, к богатству. В послании Тимофея апостол Павел говорит, те, которые хотят обогащаться, они впадают в различные искушения и подвергаются многим скорбям. Есть два Бога. Желание обогащаться, чего ищет весь мир. Это естественно для мирского человека. И есть второе. Есть Господь, есть Его Царство, есть Царь, которому мы пришли под Его правление. И Он сказал, вы не можете служить двум господам. Вы не можете быть в правильных отношениях с царем, как верующие люди, и вместе с тем быть такими жадными, приобретать к себе больше. Это несовместимые вещи, Иисус сказал. Здесь ты или будешь этому служить, или будешь этому служить. Ты не можешь сидеть на двух стульях. Аминь. Поэтому, если вы раньше об этом не задумывались, если вы думаете, что это просто люди придумали, например, чтобы десятины собирать. Бог придумал это все, чтобы проверять наше состояние каждую субботу, утром или воскресенье, наше состояние нашей праведности, наших взаимоотношений с Ним. Понимаете меня? Давайте мы посмотрим дальше. Потому что если мы понимаем, что все, что у нас есть, оно не наше, мы не свои, мы куплены дорогой ценой. И мы всего лишь распоряжаемся Божьим имуществом, то
нету причины не давать нам щедро. Потому что щедрость – это характерная черта праведности, праведника. Если мы наследники Царства Божия, Его богатств, а оно безгранично, то мы будем давать без страха. Веря словам Иисуса, давайте, и дастся вас. Блажение давать, чем принимать. Если вы будете давать с правильным сердцем и в правильное место, Он говорит, это возвратится к вам. Пускай свой хлеб по водам. Не всегда люди ожидают, вот я сегодня дал, завтра получишь. Вы знаете, может быть такие времена, когда свои воздаяния вы будете получать, когда, может быть, здесь по карточкам даже не будет кусочка хлеба. И это возможно. Библия говорит, что придут такие времена, твое воздаяние, оно к тебе возвратится. Бог это гарантирует. Наша щедрость, она возвратится. Оно пускается по водам, оно обязательно возвращается, если мы верим Богу. Итак, если мы верим Богу, мы должны верить Ему во всем. Аминь. Во всех аспектах жизни. Откройте Псалом 36. Вместе со мной. Очень хорошее место Писания. 21 стих. Нечестивый берет взаймы и не отдает. Есть такие люди, которые долги не отдают здесь? Которые не хотят отдавать. Я знаю таких людей, которые занимают у многих своих, причем маленькие суммы. А потом говорят, а что ты, какой ты христианин? Там написано в другом месте, я знаю, о чем я говорю сейчас. Есть такие люди, которые говорят, если ты даешь, не думай, чтобы получить назад. Это называется, Писание говорит, наглостью. Вы знаете, что наглых людей по Ветхому Завету побивали камнями? И мы не должны быть наглыми. Писание говорит, тот, который берет и не отдает взаймы, тот берет взаймы и не отдает, тот нечестивый. Если мы давно это не сделали, во всех вопросах мы правильные, то мы в любом случае нечестивы. Нам нужно все это возвратить. Дальше. А праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Праведность это соответствие Божьему характеру, Его природе, даяние. И это, в этом становимся мы подобными Ему, потому что Он есть Бог даяти. Смотрите дальше, 25 стих. «Я был молод и состарился, и не видел праведника, оставленным, и потомков его, просящим хлеба». Наша праведность имеет вознаграждение не только в нашей жизни, но и на последующее поколение. И его потомков не видел, он говорит, стоящим и просящими куска хлеба. Это очень актуально в наше время. Вы знаете, на самом деле это так, когда задумался, я вчера очень поздно пошел спать, но еще пошел, почитал одного известного мне пастор одной большой громадной церкви здесь, в Америке, который поднимает, бьет на бат и говорит, сегодня он описывает ситуацию, которая происходит в нашей стране здесь. И он говорит, если мы сегодня как пастора не встанем за истину, то мы не знаем, каких коллапсов экономических и прочих нам ожидать. Суды Божьи приходят. И поэтому есть только одна возможность нам смирение и покаяние, и он поднимает, целое движение такое поднимается, поднять пасторов, которые будут говорить истину сегодня, уйти от этих легких Евангелий, а проповедовать правду и истину, об истинной праведности. Мы не знаем, что может ожидать и эту страну, и весь мир. Библия говорит, что в последнее время все, что можно поколебать, будет поколеблено. А вместе с тем Писание говорит, а праведники и его дети не будут стоять с протянутой рукой. Я думаю, что это хорошая возможность сейчас отдать Господу большую славу. Это Его обетование. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет.
Аллилуйя. Вы знаете, может быть, некоторые люди даже не понимают это. Некоторые люди, которые сегодня богаты, благословенные, успешные, гордятся своей собственной мудростью, своим умом, достижением, может быть, это последствия праведной жизни ваших отцов, дедов или прадедов. Аминь. Библия говорит, что в наследие праведника будет благословено. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. 28 стих. Ибо Господь любит правду. В английском переводе, везде в переводе праведность. Ибо Господь любит праведность. Подчеркните себе это место. Господь любит праведность. И не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. 20 стих. 29 стих. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Очень интересное место. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Это писание писалось в Израиле. В то время самой большой ценностью была земля. Праведник наследует землю. Самая большая ценность, которую Бог может дать нам. Я сейчас говорю не в буквальном смысле этого слова. Но для вот того времени земля это была самым ценным. Машина, ишак мог сдохнуть. Лошадь могла умереть через какое-то время. Баранов можно съесть, а земля, она вовек, это ценность. Бог обещает для праведника ценность, на которой ты будешь обитать вовек. Все, в чем мы нуждаемся. Аминь. Исаия 32 глава говорит, что не только мы будем иметь землю, но и очень важно, как мы будем жить в этой земле. Некоторые люди просят долгой жизни. Я всегда повторяю, зачем мне долгая жизнь, если она несчастная? А Писание говорит, что нужно, Бог дает долгую и счастливую жизнь. Зачем мне нужна земля, на которой вырастают терни и волсы, и змеи дикие там ползают? Зачем мне нужна такая земля в наследие? Мне нужна земля, где тишина и благословение. И вот Исаия, 32 глава, он говорит, 17 стиха, «И делом праведности будет мир». Давайте мы вот, можете себе отдельно записывать вот такие фразы. Мы с вами уже, берите их в рамочку. Мы с вами уже говорили, «Бог любит праведность». Можете так записать себе. Дело праведности – мир. Или последствия праведности – мир. И будет делом праведности – мир. И плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоищах блаженных. Праведники не только наследуют землю или Божье благословение, будем говорить, которое навсегда, на многие поколения, но оно будет мирным и безопасным. Если мы праведны, мы будем пожинать плод праведности, который является мир. Нет более драгоценного плода, особенно в это время. Особенно время, в которое мы вступили. Библия говорит о том, что люди будут издыхать от ожидания бедствий. Нету мира неправедному, говорит Господь. Страх постоянный. Он говорит, тот, кто праведен, наследует Божье благословение, и последствием будет мир. Вы знаете, как мы можем себе нарисовать мир? Двум людям, двум художникам дали такое задание. Опишите мир, настоящий мир и покой, как вы это видите. И один нарисовал такую идиллическую картину. Озеро, лебеди плавают, там где-то лес вокруг, там домик где-то, там птички летают.
А другой нарисовал картину водопад, бурлящий такой. Кто из вас был когда-нибудь в Баффало? Кто из вас видел Ниагарский водопад? Надо кричать в ухо друг другу, когда ты подплываешь туда. И там скала рядышком с водопадом, и какой-то куст в этой скале. Гнездо. И там птенцы сидят, и птичка кормит своих птенцов. Прямо возле водопада. Настоящий мир — это когда посреди бури, посреди крика, посреди страшных обстоятельств и землетрясений у тебя внутри абсолютный мир. Мне все равно, что там гремит, мне моих деток нужно кормить. И Библия говорит, праведники, они не только наследуют землю, они будут жить в этой земле, в жилищах безопасных, в обителях мира, в селениях безопасных и покоящих блаженны. Наша сильная жажда к вещам отнимает у нас мир. Мир — это когда у нас нет забот и расстройства. Кто из вас понимает, что если мы начинаем искать вот этого, а как мне завтра, а как я буду завтра, а как мне Билла заплатить, а как мне вот, а как мне вот это? Кто из вас понимает? Как хотелось спокойно ложиться спать, а когда в голову лезут мысли. Праведного человека этот избавлен, говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день позаботится сам о себе. Ищите Царство Божие и праведности Его, а я вам гарантирую, говорит Царь Царей, я позабочусь о вас. Посмотрите, маловерные, на птиц, не сеют, не жнут, Отец о них заботится. Посмотрите, лилии, не придут, не ткут, а Отец их одевает. Тем более о вас, маловеры, позаботится, ищите, доверьтесь мне, Он говорит. И когда мы, чем больше у нас праведности, тем больше у нас мира в сердце, тем больше мы заботимся об этих вещах. И самое странное, и самое страшное, что эти заботы, они ничего не изменяют. Иисус говорит, если бы я мог заботиться, то уже давно волосы бы на голове выросли. Ни один сантиметр мы не прибавим ни в росте, ни в чем. Заботы только разрушают нас. Как важно быть праведным, потому что праведность наследует благословение и безопасность и мир в сердце. Аллилуйя. Вот как наша праведность связана с этим материальным миром, оказывается. Насколько это серьезно, если мы раньше не задумывались. Вот почему многие люди, которые очень сильно этого ищут, это нормально ищут, искать хороших вещей. Но есть грань, когда мы на этом зацикливаемся, и когда мы еще слышим проповеди об этом, все, праведник, он должен быть самым богатым. Люди ищут не того, чтобы источник этого богатства, праведности и Царства Божия, а ищут того, чтобы исповедуют, я провозглашаю. Вы знаете, мы часто теряем мир, и как птица счастья завтрашнего дня ускользает от нас, вот перышко одно осталось, вот оно еще чуть-чуть. Расслабься, релакс, Иисус говорит. Не заботьтесь об этом. Не на это направьте. Пусть вашей жаждой будет искание праведности, и тогда вы насытитесь. Аминь. Сколько у нас время? Я не знаю, почему так, наверное, Господь хочет, чтобы мы глубоко... Я вот эту подтему я начал в прошлый раз и должен был в прошлый раз сказать. Я сказал 10%. Сегодня я хотел ее закончить, но тоже 10% из того, что я хотел сказать. 80% еще осталось. Еще. До конца года еще время богато, говорят украинцы. Да мы в одной церкви были в Одессе, я помню, это было начало, конец 80-х. Такая жажда у людей была по Богу. Такая жажда. Я приехал со своим пастором, я был тогда помощник пастора, еще не был пастором, но я проповедовал. Мы приехали в одну церковь, за Одессой есть город Беляевка, если кто-то, поселок такой, городской типа. И там собирались в домах. Там человек 300 собралось, много комнат большие так. И вот мы проповедовали, мой пастор, он больше молитвенник был, он проповедовал, может, 15 минут, а потом я начал говорить. И люди сидели, знаете, вот как вот, кто видел, как утки кушают вообще? Это самые прожорливые птицы, наверное. Они хватают все подряд. И вот они вот так вот хватали это слово, хватали слово.
Уже прошел час, полтора часа. Я говорю, все, заканчиваем. Все, будем молиться. Они, не-не-не, проповедуй, брат. И так далее, и так далее. И потом уже время, уже два часа прошло, уже третий час пошел. Уже три часа, все, заканчиваем. Нет, такая была жажда. Вот я вспоминаю эти дни и мечтаю. Кто из вас помнит? Кто из вас был тогда верующим? Никого. Вы знаете, какая жажда у людей была. Был такой момент. А церковь была не готова дать этого миру, к сожалению. И потом я говорю, ну все, мы заканчиваем. От нас тишина такая, одна там сестра сзади. Проповедуй, брат, до утра еще время богато. Но мы до утра не будем, мы сейчас будем заканчивать. Итак, мир, который приходит за праведностью. Мир – это плод праведности, вы себе записали. Мир, который дает вам покой, умиротворенность, вне зависимости от того, что происходит. Мир, если в нашем сердце есть мир, мир также продуцирует доверие и уверенность в том, что Бог провидит каждую нашу нужду и защитит нас. Это значит, что мы можем спокойно ложиться спать без страха и заботы, зная, что наш Царь нас защищает. У меня есть вопрос. Есть ли здесь люди, у которых бессонница? Которые не могут спокойно спать? Мы сегодня будем молиться, но это обетование Божье. Если в нашем сердце нет мира, вам нужно молиться тому, чтобы Бог положил в ваше сердце искание праведности, потому что одним из плодов праведности является, мы говорили, щедрость, даяние. Второе – мир, который дает нам спокойно ложиться спать. Давайте два места прочитаем. Псалом 3. Псалом 3. Шестой, седьмой стих. Ложусь я и сплю, и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Обетование человека праведного, у которого мир в сердце. Четвертый псалом, девятый стих. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Бог обещает праведному мирное место пребывания, защищенный дом, место покоя, которое не потревожит никто. Это гарантированное наследие праведников. Римлянам 4 глава 17-18 стих написано, «Ибо Царство Божие не пища и питье». Обратите внимание, он говорит, «Царство Божие – это не вещи, которые вы ищете, не материальные вещи». И Иисус сказал, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Царство Божие – это не пища и питье, это праведность, мир и радость в Святом Духе. И очень интересно, дальше стих 18. Он говорит так, Римлянам 14 глава, праведность – это не пища и питье, Царство Божие не пища и питье, а праведность, мир и радость Духа Святом. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Наша праведность, она удовлетворяет Бога. Напишите, моя праведность удовлетворяет Бога. И мы получаем признание от людей. И даже не обязательно, если мы им нравимся. Люди начинают уважать, когда человек отстаивает позиции праведности. Аминь. Хорошо. Еще один стих, и мы будем молиться. Псалом 39. Давид говорит. Псалом 39. Очень важно это в наше время.
когда стандарты в мире понижены. Давид был политиком, он не был священником, он был царем. Но смотрите, что он говорит. Он не был тем, который должен проповедовать о праведности. Но смотрите, что он здесь говорит, в 9 стихе. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал праведность Твою в собрании великом и не возбранял устам моим. Ты, Господи, знаешь, правды Твоей не скрывал сердце мое, или праведности Твоей не скрывал сердце мое. Возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей перед собранием великим». О чем здесь идет речь? Очень актуально сегодня. Где мы находимся? На работе, в общении с друзьями, молодые люди. Давид не был священником, не был политиком, но он говорит о праведности. Я не упускал возможности возвещать всегда. Перед великим собранием, перед многими людьми я говорил, что вот это правильно, а это неправильно. Вот это от Бога, а это не от Бога. Я не хочу с этим смиряться. Мы не должны идти на компромиссы. Многие говорят сегодня, нельзя мешать политику и веру. И сегодня мир это делает. Знаете почему? В школе нельзя слово сказать о Боге. Почему вы не имеете права на работе сказать, тебя уволят? Потому что дьявол прекрасно знает. А Писание говорит, что церковь – это столб и утверждение истины. Дьявол прекрасно знает, что если не будут тех людей, которые будут возвещать о праведности в открытую, то это только для него плюс. Давид говорит, я не упускал возможности возвещать перед собранием великим праведность. Многие говорят, нельзя смешивать веру и политику, бизнес и политику. Работу и веру, это было не для Давида. Он был мужем по сердцу Бога и не стеснялся говорить каждому о Божьей славе, о милости, о любви, о силе, о могуществе, о его праведности. Он занял такую позицию и стоял на этом. Сегодня нам тоже нужно быть такими людьми. Сегодня должны быть люди в политике, которые говорят о Божьей праведности. Сегодня такое понятие ужасное, как политкорректность, вы знаете. Компромиссы со всем. И сегодня люди не имеют права сказать. А почему не имеют права сказать? Если у меня есть, если я политик, почему я не могу сказать, вот это правильно, а вот это неправильно? Это то, что Библия говорит «да», и то, чему Библия говорит «нет». То же самое везде, на работе. И это очень важно, когда я могу сказать, я в это верю, я на этом стою, я не срезаю углы, я не обманываю, я не ворую, я не пойду на компромиссы. И пусть тебя уволят с работы. Он говорит, блаженные изгнанные за праведность, ибо их есть Царство Небесное. Аллилуйя! Изгнанные за праведность. Библия говорит, что тех, которые будут стоять за праведность, их будут гнать. Они будут белыми воронами, над ними будут смеяться. Молодые люди, не стесняйтесь. Не надо быть общей массой. Нужно быть такими, как Иисус. Молодой человек подошел, я уже говорил об этом, Массачусетс, ко мне и говорит, помолите за меня, я не знаю, что мне делать. Я так люблю Иисуса, у меня такие сейчас с ним близкие взаимоотношения. Все в школе надо мной смеются. Говорят, ты что, гей, что ли? Почему у тебя нету girlfriend? У всех есть girlfriend. Учительница говорит. И перед всем классом насмехается, говорит, я как белая ворона, они все там... Я говорю, лучше быть белой вороной в их глазах и быть праведным перед Господом. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Аллилуйя! Давайте мы встанем. Будем заканчивать... позже эту тему еще глубже. Пусть подними свои руки перед Господом. Пусть Господь сегодня Духом Святым эту истину освещает в нас глубоко. Праведности Божьей. Бог любит праведных. Праведность, она имеет чудесные плоды. Господь, открой наши глаза, открой глаза нашего сердца. Коснись наших сердец. Пусть всякая пелена уйдет, пусть всякая каменность сердца нашего будет разбита. Сделай нас, наши сердца плотяными.
Господь, мы даже, может, до конца не осознаем и не понимаем, еще не имеем этого. Но мы просим, Господь, чтобы ты дал нам откровение о праведности Твоей, что есть истинная праведность. И чтобы, Господь, мы были праведны не просто на словах, но в делах наших и в жизнях. И ты сказал, Господь, что такие люди будут, Господи. Ты сказал, что в последние дни будут такие люди. Ты сказал, когда будет рушиться все, будут те люди праведные, за полы которых будут хвататься люди, которые будут видеть разницу, те, которые стоят непоколебимо, когда все рушится. Господь, мы хотим быть такими людьми. Господь, какой смысл, Господь, что мы вышли из Египта, чтобы пасть косьми в пустыне? Мы хотим войти в обетованную землю, мы хотим наследовать землю. Землю, где мир, безопасность. Ты сказал, жилище безопасности, те, которые праведные. Мы хотим наследовать землю Твоих обетований, Господь. Сделай нас такими людьми. Дух Святой, помоги нам. Помоги нам, и в течение этой недели мы будем продолжать молиться, Господь. Мы будем продолжать молиться о том, чтобы Господь работал с нашим сердцем, чтобы показывал, что в нашем сердце неправильно. Может быть, это грех, может быть, это неправильные отношения. Может быть, это неправильные приоритеты. Дух Святой, показывай нам в течение этой недели, Господь, мы будем искать Твоего лица и поститься. Господь, мы хотим Твоей реальности, хотим жить в присутствии Твоем, под покровом Твоих крыл, Господь, мы и наши дети. Когда столько зла вокруг, Господь, и единственное место безопасности – это у Тебя. Тебе Ты сказал, что у Тебя не водворится зло, и никто не может с неправильным, злым, нечистым сердцем быть в Твоем присутствии, под Твоим покровом. Господь, дай нам быть не только слышателями, Господь, но и исполнителями, Господь. Сделай нас такими реальными. Аллилуйя, слава Тебе. Поднимаем наши руки к Тебе, Господь, нуждаемся в Тебе. Мы не можем это сделать без Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь. Ты сказал, что если наша праведность не произойдет, праведности книжников и фарисеев. Господь, покажи нам, что есть истинная праведность. Аллилуйя. Давайте мы будем в Божьем присутствии стоять. Иисус сказал, если ваша праведность не произойдет, праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Божие. Праведность книжников и фарисеев, она имела свой источник от дел, от попыток исполнить закон, от человеческих попыток. Вы знаете, Писание говорит, пророк Исаия, наша праведность, как запачканная одежда. В оригинале дословно, я извиняюсь, но в оригинале там написано, наша праведность, наша собственная праведность, это как запачканная одежда женщины месячными. Ее не видно внешне, но она есть. Даже если мы внешне такие красивые, наша праведность, какая же у нас тогда надежда? Апостол Павел говорит в послании к Римлянам, 10 главе, он говорит, не говори в сердце своем, что Бог где-то далеко, высоко, или Он где-то глубоко. Но это слово веры, которое мы проповедуем. Если своим сердцем будешь веровать, что Бог воскресил Христа из мертвых, и устами своими исповедовать, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Что это значит? Если верю, что Он воскрес из мертвых, Он живой, Он не мертвый. Он взял на Себя мои грехи, мои недостатки, взял мою нечистоту, пролил Свою драгоценную кровь. И Он сегодня со Своей кровью, Писание говорит, святилище перед Отцом Небесным. Всякий раз, когда мы приходим к Нему искренне, веря, что Он живой, и говорим, Господь, у меня еще вот это не так. Господь, измени. Бог Отец, Святой Бог, Он не может смотреть на неправедника с таким нечистым сердцем. Но рядом стоит Иисус со Своей кровью, говорит, Отец, вот моя кровь, которую я пролил. Я пролил каждая капелька моей крови для того, чтобы очистить их. И я говорю, Господь, прости меня, я грешник, да я такой, я опять ошибся, опять я в этом не сдержался. Иисус говорит, Отец, вот моя кровь. И кровь Иисуса очищает нас. Она омывает нас, и Дух Святой приходит и приносит это, делает реальными в нашей жизни. Наша праведность истинная. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих, говорит, что Иисус стал нашей праведностью.
Если мы с Ним не будем в очень близких отношениях вот так, если мы с Ним не будем связаны заодно, наши собственные усилия и попытки не сделают нас праведными. Он наш праведность. Он наша праведность. Если своим сердцем будешь веровать, что Он воскрес из мертвых своими устами, исповедовать Его Господом. Ты мой Господь, Ты мой Царь. Да я ошибаюсь, да я падаю, у меня еще вот это. Не очисти мой, он говорит, я омываю, очищаю. Но я хочу, там, где я был неправ, я хочу стать под Твое господство. Теперь в этой сфере жизни Ты мой Господь. И он говорит, ты спасешься, ты получишь ответ, ты выйдешь из этой проблемы. Спасибо Господу Отцу за Сына Иисуса Христа. Спасибо за драгоценную кровь Агнца Божьего, которая была пролита за нас. Это наше единственное оправдание и надежда. Отец, мы поднимаем наши руки к Тебе еще раз. Спасибо за Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим за то, что Ты так возлюбил меня, что если бы не было никого на свете, я один, Ты все равно своего Сына отдал бы только за меня. Спасибо Тебе, осознаем, давайте осознаем глубину, широту любви Божией, не превосходящую разумение Его любовь. Были погибшие, но Он нас спас. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Ты сказал, все есть тело мое ломимое. Ты сказал, кто будет есть меня, будет иметь жизнь вечную. Ты есть хлеб жизни. И мы нуждаемся сегодня в жизни, когда вокруг царствует смерть. Нам нужна жизнь. Господь, воскреси сегодня через это прикосновение те, которые умерли уже. Те, которые уже умерли, воскреси сегодня силой Твоей. Аллилуйя! Ранами Твоими мы исцелились. Благодарим Тебя за Твое ломимое тело за нас. Благословляем имя Твое, Господь. И мы благодарим Тебя за Твою драгоценную и святую кровь, которой мы очищаемся, которой мы имеем очищение от наших грехов. Мы благодарим Тебя за победу через кровь Иисуса, которой мы побеждаем дьявола. Аллилуйя! И все обстоятельства нашей жизни. Мы призываем кровь Иисуса. И мы говорим, кровь Христа на нас, на наших домах, на наших детях. Наша защита. Я избираю Господа сегодня своим прибежищем. Благодарю Тебя за Твою драгоценную кровь, Иисус. Аллилуйя. Мы сейчас будем принимать. И я еще раз повторяю, мы верим так, что всякий, кто принял Иисуса своим Господом, и всякий, кто является членом церкви, заключил завет с Ним, через водное крещение, которое правильное сердце, у которого мир в сердце, которое имеет правильное взаимоотношение с другими людьми, чтобы не быть виновны против тела и крови Христовой, неправильно рассуждая об этом, вы можете участвовать в этом. Если вы согрешили, или у вас есть еще люди, которых вам нужно просить, вы можете сделать это прямо сейчас, с верой. Мы еще одну минуту давайте побудем в Божьем присутствии. Давайте будем уважать Его присутствие. Дух Святой сейчас работает с сердцами. Сосредоточьтесь на Нем сегодня. Дух Святой — это та личность, важная личность в Божьем Царстве, которая приносит и делает реальными в нашей жизни то, что сделал Иисус. Господь, мы сегодня в Твоем присутствии. Дух Святой, если в моем сердце есть еще что-то неправильное, покажи мне прямо сейчас. Я сегодня избираю простить тех, которые обидели меня. Прощаю, еще раз благословляю. Если есть такие люди, назовите их имена. Отпустите, благословите. Исповедуйте всякий ваш грех, который ведом вам сегодня. И от тайного, и сокровенного, которое мы даже не ведаем, очисти нас и прости нас. И мы благодарим Тебя еще раз за Твою драгоценную кровь. И мы сегодня принимаем, будем принимать, и Господь, это с верой, чтобы жажда пришла от Тебя искать праведности Твоей и Царства Твоего во имя Иисуса Христа. Братья, пожалуйста. Аллилуйя.
Если люди здесь, может быть, по какой-то причине вас обошли, можете поднять руку, чтобы вам подошли и поднесли. Дорогие мои, я хочу сказать еще несколько слов перед тем, как мы будем принимать. Для нас это не просто обряд. Это духовный акт. Мы должны это делать всегда с верой. Апостол Павел говорил Коринфянам, что для вас это просто пища и питье. Это не просто пища и питье. В Ветхом Завете был такой закон, когда Богу приносили жертву всесожжения, они сжигали ее, но часть, там правое плечо, еще некоторые части этой туши брали священники. И они съедали эту часть. Это не просто так. И Писание говорит, когда остальная часть сжигалась, это была пища Господу, жертва, пища огня, жертва Господу. Как бы от одной жертвы вкушал Бог и вкушал человек, как священник. Через вкушение мы вступаем в непосредственное общение с самим Богом Отцом. Через жертву Его Сына. Мы соединяемся таким образом. Это духовный акт. Нет человека, который верой бы прикоснулся к Богу, и он не почувствовал бы изменения. Кто понимает, он говорит, и вы не рассуждаете, Павел говорит, и поэтому из вас многие немощные и больные, немало умирают. Что делаете, это просто как обряд, этот момент соединения с Небесным Богом, с Его источниками. Если ваше сердце чистое через веру в жертву Иисуса Христа, и вы делаете это с верой, прикоснитесь сегодня. Здесь решение каждой нашей нужды. Когда Иисус сказал, все свершилось, в жертве Иисуса все решение. Аминь. Мы будем еще короткое время оставаться в Божьем присутствии. Если в этом зале есть люди, которые никогда не примирялись с Господом публично, не признавали Господа Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем, сегодня вот сейчас есть такая возможность это сделать. Я хотел бы пригласить, если есть с нами те, кто никогда не каялись, публично не исповедовали Иисуса своим Господом и Спасителем, выходите вперед, мы помолимся. Мы хотим благословить вас, мы хотим совершить эту молитву вместе с вами. Это судьбоносное решение, это самое важное решение, которое человек может сделать, если есть такие люди. Аллилуйя! Слава Господу! Если есть еще с нами такие люди, давайте... Церковь, мы будем оставаться на своих местах, и мы вместе помолимся и благословим. Есть еще такие люди с нами в зале? Хорошо, тогда мы будем молиться. Как вас зовут? София. София. Вы говорите по-русски? Польски? Говорит и по-польски, и по-русски. Хорошо. То, что я говорю, понятно. Слава Господу. Тогда мы совершим молитву сейчас. Посредством этой молитвы. Хорошо, тогда мы будем говорить, а вы просто за нами повторяйте. Можете повторять по-русски, можете повторять по-польски. Бог знает все языки. Поэтому Он разбирает, Он понимает. Но эта молитва важна, это молитва перед Господом. Это не просто молитва перед людьми, это не просто молитва перед церковью. Мы как церковь все вместе поддержим, но эта молитва ваша личная. И она направлена к Богу. Поэтому просто за мной повторите такие слова. Она понимает по-русски. Замечательно.
Дорогой Отец Небесный, прихожу к Тебе в этой молитве. Прошу, чтобы Ты простил мне все мои грехи, которые я когда-либо совершал. Иисус Христос, приди в мое сердце. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты умер за меня, пролил свою кровь за меня, был погребен за меня и в третий день воскрес для моего оправдания. Также за меня. Я благодарю Тебя, Иисус. И сегодня перед всеми людьми я признаю Тебя. Я признаю Тебя своим Господом, своим Спасителем. Иисус, приди в мою жизнь и господствуй в ней. Тебя я благодарю. Аминь. Аллилуйя. 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 Прострите ваши руки, церковь. Давайте мы помолимся за Софию. София — это значит мудрость. Пусть Божья мудрость, она почиет. Господь, мы благословляем, Отец, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за этот момент примирения. Мы благодарим Тебя за покаяние. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за открытое сердце, Отец. Мы благословляем Софию от темени головы до подошвы ног, Господь. Мы призываем, Господь, силу Твоих благословений в ее жизнь, Господь. Пусть всякое проклятие будет аннулировано, разбито, отменено, искоренено, взято от среды и уничтожено во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть сегодня придет благословение, пусть сегодня Твоя роса небесная, Господь, она осядет в ее жизни, Господь. Пусть сегодня будут принесены плоды праведности, святости, радости, мира, покоя, Твоей любви, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы предаем в Твои руки любящие отцовские руки любви, благодати, Господь. Позаботься о ней, Господь, и с этого момента пусть жизнь она будет новой, Господь. С этого момента пусть жизнь будет другой, Господь. С этого момента пусть жизнь будет насыщена Твоим присутствием. Во имя Иисуса Христа мы благословляем, Господь, и отдаем лишь Тебе, Отец. Благодарим Тебя за чудо рождения. Амен. Аллилуйя. Воздайте Господу славу. Поздравляем. Присядьте еще, давайте мы остаемся в Божьем присутствии. Еще несколько минут, и мы будем уходить. У нас есть день рождения. Если есть у кого-то день рождения, можете выйти сюда, мы хотим вас благословить. Есть некоторые объявления. Библейская школа у нас сегодня во сколько? 3 часа. Студенты, библейская школа в 3 часа. Пожалуйста, внимание. Пожалуйста, пожалуйста, давайте мы остаемся на своих местах, please. Вы думаете, что благословение и Божье присутствие, когда благословлено день рождения, не имеет значения, имеет очень большое значение. Мы сейчас будем молиться за них всех. А у нас есть еще одно такое дело. Я хотел бы, чтобы Лёва Батькович, как ваше отчество? Можно по отчеству? Как отчество? Со вчерашнего, сегодняшнего, а сегодняшнего. Лев Иосифович, пожалуйста, пройдите сюда. Где ваша красавица супруга? Выйдите сюда. Смотрите на этих молодых людей. Красивые, правда?
Я хочу от имени церкви, от всех нас, от себя лично поблагодарить их за служение, за все доброе, что вы сделали. Лёва вообще удивительный человек, настолько служитель. Кто из вас когда-нибудь может сказать, кому он послужил? Он в буквальном смысле служитель. Да, и Господь обязательно вознаградит и вас, пусть и вас, и всех ваших детей, ваше потомство. Пусть они наследуют землю и будут жить в безопасности, благословении. И Женечка, спасибо большое. Я почему это говорю, они уезжают от нас. К сожалению, такова жизнь. Уезжают на то побережье, в штат Вашингтон, город Сиэтл. Да? Вот, и там сын. Это тоже свидетельство Божьего чуда. Они пришли в церковь, потому что у сына была проблема. Сын был в наркотиках. Сегодня сын Божий, служитель, благословенный, женатый, дети. Аллилуйя! Кого сын освободит, тот воистину свободен будет. И это истина. И мы видим реальность этого, вот, жизни этой семьи. Они нам очень дорогие, драгоценные. Это не просто красивые слова, это правда так. Лёва вообще необыкновенный человек. Доезжайте уже! Езжайте уже, я знаю одно, что на все есть Божья воля, правда? И самое важное, что мы были в Божьей воле, на каком конце земли Бог нам предназначил. Давайте мы встанем сейчас, благословим их, благословим каждого, у кого день рождения, внучки день рождения. У кого? И у внучки. Две внучки и две молодые девушки, которых день рождения сегодня. Давайте. Всего 85 лет. Это что, по сравнению с вечностью? 85 лет. Это что, возраст, что ли? Иисус Навину было 85. Он говорит, дайте мне эту, я завоюю эту гору. Еще много гор пусть будет завоевано. Прострите ваши руки. Господь, мы благословляем именинниц драгоценных, Господь, мы благословляем внучек, Господь, мы благословляем именинниц во имя Иисуса Христа, Господь, мы призываем Твою благодать, благословение, покров милости, Господь, на их семьи, Господь, на их потомство, во имя Иисуса Христа, еще долгих лет жизни, крепости в Господе, процветания, здоровья, изобилия Божьего устройства на всех путях во имя Господа Иисуса Христа. Happy birthday! Amen! Амен, 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 амен. И благословляем Леву, и благословляем Женю, Господь. И также просим, чтобы Ты, Господи, хранил в перелете и дал Твое устройство там, на той земле, Господь. Твое благословение пусть сопровождает, сопутствует, и Твои ангелы несут на своих крыльях во имя Иисуса Христа. Аминь. Поднимите свои руки, Господи, Отец, и во имя Иисуса Христа, именем Твоим, силой, могуществом Святого Духа, я благословляю сейчас, Господь, Твой народ, Господь, в этой неделе, Господь, на познание Тебя, близкие отношения с Тобой, искание Твоего лица, Господь, пусть жажда по праведности придет в каждое сердце. Храни от всякого зла, храни их, их детей, их семьи, Господь, от всякой опасности, от всяких несчастий, от всяких аварий, Господь, всяких беспорядочных людей, Господь. Пусть они будут под покровом Твоим, Господь. Предаю в Твои святые руки, Твои благодати и милости во имя нашего Господа и Спасителя Иешуа Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, благословляйте друг друга. Еще одно объявление. Кто сегодня проходит занятия по водному крещению, в 4 часа дня в офисе, сегодня с англоязычными, и в 5 часов в офисе с русскоговорящими.